Здравия, други. Сегодня у нас, милая моему сердцу, тема. Сегодня у нас анпакинг. Мне пришла гуманитарная помощь из Эстонии. Сейчас мы будем... Пришла посылка, только что получил. По дороге с работы заехал в СДЭК, получил посылку. Глебыч отправил, кореш мой закадычный. Из Эстонии выслал мне 5 килограмм посылки. Чтобы не тянуть резину, я ее сразу начну. Сегодня у нас анпакинг. Начну скрывать. История, значит, доставки. Тут важно заметить. Посылка проделала очень длинный путь. Из Эстонии в Россию отправлять посылки, видимо, капец как дорого. Ну, я даже не представляю, сколько это стоит. Я знаю, и поэтому, короче говоря, посылка доехала сначала. Жена Глеба довезла ее до Питера. В Питер ехала. И из Питера уже отправила мне компания СДЭК. Про компанию СДЭК нужно тоже. А что-то рассказывать, я сейчас сразу скрою. Нет, надо про компанию СДЭК рассказать. Я так понимаю, что пролетела какая-то заразная херня от Почты России до компании СДЭК. Вот, и я не знаю, может быть, компания СДЭК позаимствовала почтовых черепах у Почты России или как-то еще. Ну, короче, очень долго ехала посылка из Питера в Курган. Я там не помню сколько. Ну, долго, короче. Долго и муторно. Я ждал с нетерпением, когда. И только вот сегодня, наконец-то. Она таки до меня доехала. Ну и теперь будем вскрывать. Нет, еще не будем вскрывать. Кошка тоже пришла на анпакинг. Так вот, Глебычу, респект и уважуха. Глебыч — это человек, который, возможно, когда-то наконец-то он уже сподобится. И на нашем канале будут не только мои видосы, но еще и его. Ну, это отдельная долгая история. Вот. Глебыч — велосипедист. Мы с ним познакомились на почве велосипедизма. Поэтому всем, кто не любит там, что про велосипед я снимаю, имейте в виду. Иногда хорошие люди находятся на почве не только выживания, там, и бушкрафта, да, но еще и велосипедизма. Вот. Ну и переходим к вскрытию непосредственно. Заждались, наверное, уже, да? Я себя поймал давеча на такой интересной мысли. Точнее, буквально сейчас я вот только с работы приехал. Сидел, ужинал, на скоряк и думал, сидел, сейчас буду снимать анпакинг. Там, что такое. Это же такой вуайеризм, получается, подглядывание. Я думал, извращенцы, наверное, смотрят вот эти ролики с анпакингом. Потому что я думаю, блин, а я тоже смотрю как бы с интересом ролики с анпакингом. Думаю, ну что там этому чуваку уже прислали-то наконец? Ну покажи ты уже, что там. Много людей же разных снимают это все. Вот, и каждый раз сидишь, человек там раскрывает обертку, что-то балаболит, там что-то рассказывает, и думаешь... Блин, ну нахер ты вот столько резину эту тянешь, уже открой, да покажи, что там в конце концов-то. Что там тебе прислали-то уже, ты хоть продемонстрируй. Вот не люблю так, и сам, наверное, никогда так не буду делать. Ну, чтобы вот резину тянуть, там что-то рассказывать, сидеть там. Всегда буду снимать ролики сразу же, просто без лишних слов. Открыл, показал, и все. Короче, не затягивай всю эту историю. Открываем, смотрим, что там мне на самом деле прилетело. Что там мне Глебыч выслал. Знаю, что он мне сейчас только что буквально писал, что там еда. Опа. Это что? Патруль комбат, рацион пак. Халяль меню 2. Жратва. Это, видимо, сухпай. Рацион де комбат. Меню. Халяльный рацион питания.
В данном случае вот это слово халяль 2. Меню халяль 2. Меню халяльное. Это жратва. Это оперный театр. 5000 килокалорий. Видимо, это тоже рацион питания. Сухпай второй. Большущий. Большущий халяль. Это не халяльный халяль. Это какой-то другой тоже рацион питания. И еще один рацион питания. Судя по всему, что-то... Еще кусок жратвы. Эмента меню 3. Индивидуаль, декомбаты. У меня хамуха. Это почему-то распечатано. Наверное, все-таки почта СДЭК, наверное, что-то сожрали отсюда. Натуральный коктейль. Короче, это. Обжоры будут позже. А пока оперный театр. Глебыч прислал, короче, полный ящик еды. Это что такое у нас? Это, наверное, разогреватели пищи. Я так думаю, что, видимо, СДЭК или кто там, или на границе, вскрыли и что-то оттуда выдернули. Скорее всего, спички. Но написано, опасно, не надо жрать это. Так. Короче, 5 килограмм еды приехало. Ё-моё. Жрать не пережрать. Короче, разобрался тут маленько. Значит, рацион сухпай вот этот, португальский. Португальский, здесь даже бумажка в нем была, на котором написано Маринша Португеша. Короче, португезы. Скрыть его. А в нем, кстати, лежала вот такая баночка, на которой написано. Где это что? А, вот. Кабалла. Которая надпись, которая меня немножко напугала. Правда, Кабалла пишется с двумя Б, а это Кабалла с двумя Л. Ну, это. Что там внутри, нам узнать предстоит в будущем. Так вот, португальский сухпай. Вот это, как Глебыч мне только что пояснил, на 5000 килокалорий, это новый эстонский сухпай. А это, возможно, французский сухпай. Халяль меню, патруль комбат, рацион пак. И тогда это джекпот. Это самое, что говорит, вкусный. Вот. Почему скрыто, оказывается, таможня проверяла, что там внутри. Видимо, таможенники вскрыли, выдернули оттуда беспламенные разогреватели вот эти, повесили значок «Денджер, опасность» и отправили наземным транспортом, поэтому почтовые черепахи. Ну, вот так вот, короче говоря, на текущий момент... В ближайшем будущем ожидайте обжор. Вот этот португальский. Мне доводилось как-то, мы пробовали уже португальский сухпай. Но он, мне кажется, был, он, во-первых, был в коробке. И мне кажется, по объему 2,1 килограмм, мне кажется, тут меньше был. Тут до хрена всего. Пожил. Больше, чем получать подарки, я люблю только пожрать. Поэтому... На сегодня все. Ожидайте следующего выпуска. Их будет как минимум еще 3 с разными обжорами сухпаев. Глебычу от души за подгон. Никого я приглашать не буду. Буду в одного жрать. Так, на этом все. Всем спасибо. До свидания.